Ишаку предстояло ужинать одному. Он уединился в своем кабинете, так удобнее ему. Полулежа на атаманке спрятал макушку, погрузил лицо в белоснежную подушку. Растворяется с ужасами. Пред ним предстает она, нежнейшая из птиц. На лице герцога застыл холодного ужаса миг. На лице герцога застыл холодного ужаса. Она говорит: это скромная птица, с нее я снял перья, которую продал ни капли в суеверии. Надо ли говорить подробнее? Это отмщение. Герцог мгновенно умирает в пароксизме отвращения. Смерть.